Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас рубрика «Ванна у Светланы». Покажу вам свой вечерний уход, а точнее интересные новинки в уходе. Итак, поехали. Начинаем, как всегда, свой вечерний уход с мицеллярки, даже если мы не наносили макияж. У меня практически без изменений вербена, редко беру что-то другое. Это любимейшая мицеллярка от Faberlic, артикул 0987, которая смывает даже самый стойкий макияж и отлично справляется с загрязнениями на коже, которые у нас с вами там налипли в течение дня. Беру 3 ватных диска, и макияж удаляется по мановению волшебной палочки. Вуаля! И теперь нам с вами обязательно нужно смыть мицеллярную воду. Она не должна находиться на нашей коже продолжительное время. Даже если на этикетке написано «не смывать», я вам настоятельно рекомендую всегда ее смывать. Очень круто, когда очищающее средство совмещает в себе еще и ухаживающие компоненты, омолаживающие, которые не только очищают до скрипа, но и делают нашу кожу более совершенной. И здесь моя находка, гель для умывания от Clean Plus Anti-Age Power. В чем его фишка? Он содержит муцин улитки, который очень круто разглаживает мелкие мимические, увлажняет кожу, повышает ее тонус и упругость. Экстракт пионы и поддорожника защищает нашу кожу от преждевременного старения, от воздействия факторов окружающей среды, а также препятствует возникновению купероза и укрепляет стенки капилляров. Он не содержит парабенов, поэтому его может использовать даже обладательница самой чувствительной кожи. Это первый российский бренд космецевтики. Ну а теперь давайте умываться. Что нам нужно? Нам нужно смочить личико нашей теплой водичкой. Вот таким вот образом. И выдавить небольшое количество геля. Он, кстати, очень-очень хорошо пенится и обладает просто восхитительным ароматом. Вот такой вот прозрачный гель, такой средней плотности, средней консистенции. Я иногда вспениваю его прямо в ручках. Пенится он просто замечательно. А иногда наношу на лицо. Здесь невероятно крутая парфюмерная одушка. Я хочу себе такие духи. Очень хочу. Пожалуйста, Clean Plus, выпустите аромат с вот такой вот одушкой. Это просто что-то невероятное. Это такой восторг. Я даже не могу вам описать. Это и аромат чистоты, и аромат какой-то роскоши. Крутая парфюмерная одушка на самом деле. Просто что-то с чем-то. Я добавляю еще водички в процессе. Так как мы с вами не возле крана, у меня тут небольшая емкость с теплой чистой водичкой. Пенится он на ура. Чтобы любое средство для умывания хорошо сработало, мы не просто нанесли его и смыли. Мы должны какое-то время еще с вами помассировать в идеале. Потому что средству нужно проникнуть, да, в наши поры, да, очистить их, поработать с нашей кожей как следует. В идеале это 1-2 минутки. А потом смываем. Что мы с вами по факту получаем? Невероятно ухоженное личико. Цвет лица улучшается, воспаления какие-то мелкие пропадают, кожа невероятно упругая, гладенькая, до скрипа чистая и в то же время увлажненная. Представляете, такое вот волшебное комбо. Кому подойдет гель Clean Plus? Ну, во-первых, тем, у кого есть возрастные изменения кожи. Во-вторых, тем, у кого снижена упругость и эластичность кожи. И в-третьих, тем, конечно же, у кого тусклый цвет лица. Почему? Потому что после умывания этим гелем тон невероятно красивый. Вот есть какой-то румянец, цвет лица такой свеженький, ухоженный, как будто вот прям поспала 12 часов, хотя у нас с вами вечерний уход. Поэтому я полностью довольна этой умывашкой и вам рекомендую, ссылочку оставляю в инфобоксе. Ну а теперь я хочу быть еще более великолепной перед сном, ну и завтра утром, соответственно, и сделаю свою любимую масочку. Хотя вот, знаете, можно было бы как бы уже остановиться, все прекрасно, все хорошо, но у нас подспала жара. И можно делать абсолютно любой уход, и коже комфортно. Это очень радует. Достала ночной крем, который давно лежал в загашниках. Тоже сейчас покажу. Но сначала мы с вами сделаем одну из моих любимых масочек. Это Faberlic Global Oxygen. Нашла свои старые запасы. Артикул 0857. Это пенящаяся маска, которую я называю, знаете, такая перед выходом. Вот когда реально нужно освежиться, чтобы кожа выглядела прям супер-пупер, почиститься, опять же, выровнять тон. Она работает на ура. Здесь вот такая вот консистенция кремообразная. И когда мы ее наносим с вами на кожу тоненьким слоем, этого абсолютно достаточно. Поэтому не смотрите, что флакон маленький, хватает на много применений. Здесь удобный дозатор. И прям тонюсеньким слоем я вот так растягиваю и распределяю по коже. Видите, она моментально начинает
пенится, даже немножко шипит. Делаем все это быстро, иначе она у нас с вами начнет пениться на пальчиках. Я наношу эту маску и на веки, девчонки, потому что она просто великолепно работает. Вот она совмещает в себя все, ну, наверное, кроме что питания, да. Но оно как бы мне и не нужно. Мы его сделаем кремушком ночным. Она и очищает круто, и тон выравнивает. И освежает вид. И как-то вот даже немножко, что ли, подтягивает. Прям вот классно. Такое ощущение, что вот поступил прям в кожу какой-то живительный продукт. И она очень рада. И выглядит шикарно. Вот эти я прям навеки наношу, и все супер. Тут еще фишка вся в чем? Что ее можно распенивать до 3 раз. Вот больше у меня не получается уже все. Смотрите, сейчас она перестанет пениться. Пена начнет уже сходить, как бы так вот немножко. Сейчас она шипит, лопается на лице, да, эта пенка. И вот сейчас она, когда начнет сходить, мы еще раз просто пальчиками проводим по лицу, растягиваем масочку, и она опять начинает пениться. Через несколько минут опять пена спадает, вот это шипение вот прекращается. Вот сейчас у меня на лбу прям обильно-обильно шипит. Прям очень обильно и очень щекотно и приятно. То есть это еще такой, знаете, массаж, улучшает микроциркуляцию, да? Поэтому и такой вид потом свеженький. И вот третий раз так можно еще сделать, она еще немножко попенится, и тогда вот можно уже идти смывать. То есть вот смотрите, мы вот так вот пальчиками сделали, она сейчас в этом месте опять заново, видите, белеет, начинает пениться. Классно. В итоге где-то вот на все про все выходит минут 10-12. То есть маска достаточно быстрая, и прямо вот перед выходом, чтобы так хоп-хоп-хоп, я красотка. Масочку смыла, кожа чувствует себя просто великолепно. Что у нас с вами дальше? Дальше, девчонки, достала линейку коллаген Faberlic. Мне на жару 30+, ее, если честно, было многовато. На жару 30+, вообще кожа ничего не переносит. А тут после похолодания прям самое оно. А это тонер коллаген. Коллаген. Артикул. 13,93. Прям хорошенький. Мне нравится запах тоже этой линейки. Очень приятный. Я на ручках вот так его. Оп-оп-оп. И похлопаю вишими движениями. Вот когда уже, если в вашем регионе тоже подспала жара, на линейку коллаген прям советую обратить внимание. Очень хорошая, рабочая и бюджетная. И дальше ночной крем для лица из загашников тоже достаю. С весной стоит, ждет своего часа. 13,82 артикул. Потрясающий, увлажняющий, слегка питательный кремушек, который вот прям творит чудеса ночью с кожей. Вот что коллаген, что, господи, забыла, как еще называется бюджетная линейка, тоже Faberlic. Вот она реально бюджетная. То есть такие работающие крутые кремы за такие копеечки. Поэтому очень люблю. На декольте его тоже наношу. Этого прям вполне недостаточно. Зимой, может быть, хочется что-то немножко попитательнее, а здесь прям вот вообще красота. Хотя от него тоже такое хорошенькое-хорошенькое питание. Видите, как кожа уже сразу лоснится. Она у нас с вами круто очищена, увлажнена и даже напитана. Красота. Можно отправляться спать. Завтра с утра она тоже будет выглядеть великолепно. Так, то на этом все, мои хорошие. Заканчиваем с вами наш вечерний уход. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Артикулы все назвала. Ссылочку на мой любимый гель оставляю под видео. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.